На минувшей неделе в Астане прошел 7-й международный экономический форум. За время его работы было проведено порядка 80 различных мероприятий и подписано 83 итоговых документа на сумму свыше 5,5 миллиардов долларов. Одним из главных докладчиков на форуме, разумеется, стал президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. В своей выдающейся речи Елбасы сделал акцент на паразитирующую бедность стран Азии и Третьего мира, а также предложил мировому сообществу пути решения главной проблемы человечества. По мнению Назарбаева, только G-Global в состоянии решить такую глобальную задачу. Мы считаем, что одна из главных задач развития мира пост-2015 – это инклюзивное, социальное и справедливое экономическое развитие. Уважаемые дамы и господа, в 21 веке всем странам, всем политикам надо учиться жить в мире G-Global. На его принципах эволюционности, доверия, открытости, толерантности и диалога. Идея создания площадки G-Global – очередное детище бессменного лидера нации. Поэтому он особо акцентировал на нем свое внимание. Назарбаев нашел и способы преодоления мирового кризиса. В 21 веке глобальное доверие – это сугубо экономическая категория. Чем она выше, тем больше шансов скорейшего восстановления масштабного роста мировой экономики. В нынешних условиях необходимо придать проекту G-Global динамизм и прикладной характер. В последнее время политическая активность Нурсултана Абишевича на международной арене впечатляет. Это не только позволяет Елбасы быть авторитетным и гибким политиком в глазах мировой общественности, но и, что не менее важно, отвлекает внимание казахстанского народа от реальных проблем внутри государства. Мол, не до местных проблем сейчас лидеру нации, он мир спасает. Вот-вот реализуется идея Елбасы о создании Евразийского экономического союза. Не потому ли Нурсултан Назарбаев, уверовав в свои силы, всерьез берется за создание G-Global и в довольно смелой форме высказывается об американской валюте, называя ее причиной мирового кризиса. Весьма дерзко даже для Назарбаева. Мы все в мире зависим от одной валюты – доллара. Вот доллар будет, будем работать, доллар везде. И вот эти бумажные доллары подпитывают экономику Соединенных Штатов Америки. Все транзакции, как мы делаем, проходят через Нью-Йорк. И вот сами бы Соединенные Штаты Америки задумывали бы над этой проблемой, внесли бы предложение, чтобы дать миру совершенно новый подход, в новых условиях. Корень дефектный финансовой системы мира. И тут Елбасы выступает не с безотчетной критикой, а, конечно, с конкретными предложениями, как именно избавить мир от порочного доллара. Сейчас идет поиск, корзина валют увеличивается, да, и это тоже не помогает. Создаются новые организации, тоже не помогают. Поэтому мы посчитали, что не 8 государств, не 20 государств, а государства мира должны подключиться. И из этого глобального совещания, которое мы созываем, родится идея, которые будут рассмотрены. И вновь пресловутая всеспасительная мировая площадка G-Global должна стать, по мнению Назарбаева, панацеей от всех мировых бед. А сам Нурсултан Абишевич, надо думать, давно готов, так уж и быть, стать мировым мессией.